это секрет. Надо просто приподнять листочек. Думаем, да, шучу я, конечно, насчет этого. Проходите, ребят, все сюда. Проходите. Ну, некоторые начинают приподнимать. Ребят, кто последний зайдет, прикройте дверцу, да, хорошо? Здесь работают кондиционеры, чтобы нам было более комфортно. Так, проходим все сюда. Сейчас я вам раздам орудия труда. Ближайшие, посмотрим, там полчаса, ну там посмотрим, как все это дело у нас пойдет. Так, давайте начнем с вас. Кто мне поможет? Спасибо. Можете передать, да? Так, давайте. Так, где? Это хорошо или плохо? Плохо. У нас такое поведение, что если кристаллизуется, значит там сахар. Запомните, друзья мои. Сколько времени постоит? Это отлично. За сахар. Любой натуральный мед, я подчеркиваю, в обязательном порядке кристаллизуется каким-либо. Там присутствует сахар, но это несколько природная сахар. Она в каждом меде есть. Единственное, чем больше будет, тем быстрее кристаллизуется мед. Вот единственное, такой мед, да, согласен, более низкий, слабый сорт считают. Потому что в пользу организма нашего не сахароза, а фруктоза, глюкоза идет. Плохого нет у меда, если его свойства полезны. Единственное, да, что очень важно, как правильно кристаллизоваться мед должен, это строго снизу кверху полностью. Деньги, чтобы там последних составе не было. А в лечебных свойствах тут я углубляться не буду, пару моментов. Но сбор горных медов — это всегда все, что касается кровеносной системы. Имеется в виду сгущение крови, гипертоника, разжижает кровь, понижает уровень холестерина. И проблемы с какого-то желудка. А норма употребления, кто-то если профилактику закончить, не просто там сладкую массу держать дома, сутки, чтобы не превышала чайная ложка. Старотрение просто продукт переводит. Утром за полчаса до еды чайную ложку под язык. И чем дольше вы под языком держите, тем лучше. Там у нас капилляры, сосуды, вены, это все прямо попадание в кровь. 15-20 минут проходит, пожалуйста, к приему пищи. Единственное, только не говорю, как мы хотим обычно, там голова у нас разболелась, ложку меда под язык, на диван упали, и все, на год проблем нет. Хотите результаты, это хотя бы месяц стабильно каждый. Почему так особо подчеркиваю? Просто наша ошибка обычно связана с медом. Мы про него когда вспоминаем? От того, что мы начинаем есть его ложками 2-3 дня с чаем, это нечего. За такое короткое время не успеваем организм усвоиться и помочь сразу. Поэтому запомнить, профилактика нужна однозначно. И также помимо дикого меда. Вам знаком продукт Апитомус? Слышали такое? Нет. Это, во-первых, не только Абхазия. Последние лет 60-70 это продукт на профессионале уровня уличного. Название переводится как Апи, пчела, тонус, понятно. Компоненты, которые в него входят, они везде одинаковые. Ну да, основа разная. Взяли мы за основу преобладание цитруса и белой акации. Сам по себе очень легкий, организм усваивается быстро. Вот с этим же медом и перемешаны пчелопродукты все. Слышали про цитрус цветочный? Да. Эльгар. Да. Прополис. Да. Ну и самое главное, что еще пчел забрать можно? Чередно-маточное молочко, слышали? Да. Ну сейчас, если о компонентах говорить, чем они полезны, ПЦ, что из себя представляет? Это букет всех природных витаминов. Перга, кровеносная система работы сердца, давления, суставов. Ну, прополис сам по себе это септик сердечный природный. Маточное молочко, мы уже знаете, слышали, это работа всех органов. За все его свойства я сейчас говорить не буду, потому что это все написано в двух томах. Если запомните такой момент, вы молочко захотите приобрести только на пасеку, нигде его больше искать не надо. И обязательно с собой берете термос, там что-нибудь со льдом, или же просто попросите, чтобы молочко вам перемешали с небольшим количеством смена. Мед по природе консервантский, потому что молочко в жидком виде должно быть только в морозильнике. Вне 15-20 минут продукт нулевой. Вот и для чего делается вариант трансформированных граммов. Но это уже чтобы человек его мог с собой носить в течение дня, два раза взрослому, в рубинке, 4-5 одежек, детям 2-3. Ну там после зимы, на весну иммунная система слабая. И также хорошо нам гемоглобин воздействует. 10 дней, 10 перерывов. Ну и пока не совершили. Единственное, правый флакончик, это считается детская норма. Взрослому полным порциям это в течение года хотя бы один раз, говорю, два для профилактики. Но если возможность будет иметь постоянно, то очень хорошо. Оно особо даже рекомендовано тем, у которых, скажем так, в регионе с экологией не особо хорошо. И Абхазия, и Российская, оно не делится одинаково, свойства мальчика. Вот как вы поняли, каждый пчелопродукт своими свойствами обладает. Вот все они собраны в одном горшочке, с цитрусом и белой акацией меда, вот что по апитомусу. Все вместе получается, что это вся наша с вами иммунная система. Норма его то же самое, за полчаса до еды. Но если правда, если у кого-то проблема с бессонницей, то получается, что ему сна ложкой не повредит. Сам индоцитр себе хорошо успокаивает нервную систему в природе своей. За что его в народе шутку так и назвали, мед для психов.
Переоксидация продукции, друзья, я вам постарался поищу только основное. Нужна будет дополнительная информация, в любой поисковик название пасеки, медовый двор, пластовый сон, информация на сайте. Сразу только скажу, по почте не ждите. Поделки пошли везде, запретили давно поставить. Ну, также ни в коем случае в холодильник не ставьте. Здесь ему срок неделя в пластиковой, да, я тут спору. Стекло сразу темное место, комнатная температура. Вообще, почему и взяли глину? Все обеспечено. Темное, дышит, но и особо, что важно для меда, температуру постоянно держит. Но мед, как вы знаете, друзья, мы единственный продукт, у которого при правильном хранении, срока годности, стенки внутри горшка обработаны воском. Крышка вам интересна? Сейчас я постараюсь. Вот желтенько, видите, снизу? Сидит восковая прокуренная крышка. Она запечатана, генетично ничего не пройдется. Получилось, как одна большая сотка. Содержимое закончится, теплой водой сполоснуть и крышку не выбрасывать, она многоразовая. В дальнейшем спокойно свежим медальком. Ну а вопрос транспортировки в багажном отделении, это полотенце материала на вещи вплотную чуть-чуть. Надо в любом положении вести его. Попрошу единственное о чем. Ложкой какой пользуемся? Элегантная. А дома? Чай. Ладно, металлический имеет. Металл что делает? Вот длительным соприкосновением состав нарушит. Только деревянный. Крайне пластик. Ну, бедро не оставляет. Керамика стекловая пластик. И с горячим чаем? Нельзя. Самое внушение не надо заниматься. Мед вообще, друзья, нельзя греть. Но у некоторых очень даже неплохо получается. У кого-то там особенно закристаллизовался, хочется жить ковы, давай все микроволновку, на солнце, на батарею не делайте. Только водяная паровая баня. Пускай стоит целый день и по чуть-чуть, зато свойства все полезные сохранить. Старайтесь выше 40 градусов, ни в коем случае мед не перегревать. Это категорически запрещено. Запомнили, я думаю? Ну, если даже не все, пункты, скажем, ложка, чай, холодильник запомнили, и надо еще остановиться, что на сайте. Так, ну что, и когда подделки отличить, да, мы договаривались? Вот тут все-таки первое слово хотелось бы дать вам, как вы это делаете. Раньше был клинический карандаш, если он посетил. Йоду капнуть. Воды налить. На блюдечко полить мед, сверху воды. Мед не должен растекаться. Ну, вот так. Соты должны появиться. Отлично. Видели? Нет, нам рассказывали. Нет, не так. Самое натуральное. Если съел все, еще хоть осталось, то это настоящее. Ну, это и варенье бывает. Съел еще мед просто. Ладно. Что-то я вижу, что ситуация запущена. Ну, карандаш помните, я вижу, да, йоду? Вот эти два способа точно забудьте. Это уже, друзья, лет 50 и больше, от них волку абсолютно никакого нет. Таким этом горчит, на першей горочкой ложится, там струйку тянем и так далее. Да, тоже показатели. Просто единственное, учитывая то, что в некоторых странах сегодня свободно яйца без курицы делают, что там термоскопы. Самый простой способ с хорошим показателем, с медом, что делать вы можете, друзья, это его поджечь. И что этим определить можно? Тонким слоем намажьте на бумагу и поджигайте. Вот горит бумага вместе с этим медом, так называется, там намазано, это все горит, трещит, пахнет жиром сахара. Что в составе получается? Сахар. Ну, бумагу можете еще с печенькой заменить, там, чтобы у кого-то, может, неудобно, хоть уже пайски сгореть, спать, когда бегать. С печенькой взяли, стороной серой макнули и поджигаете эффект тоже. Запомните, при такой температуре натуральный мед, сахароза природная, она горит и плавится не будет. И также пробуем мед можно качество определить, друзья. Мы не имеем в виду по вкусу, просто понаблюдать за процессом дегустации меда. Думаю, сталкивались с такие моменты, обычно где продается мед, дегустация как проходит. Видите, да? Палочки, ложечки. Всегда при покупке мед вы должны сырки пробовать. Это чтобы качество определить. Запомните, маленькая капелька натурального меда, тепла вашего тела, она быстро растекаться не будет. У нас температура ушла мед. И второе, совсем мало, если то, что остается у вас на руке, там же где мед был только. Что мы с ними делаем? Растираем так, чтобы температуру повысить на коже. Поры раскрылись. Мед что делает? Впитывается рука, бархатистый эффект натурального меда. Ну, маски, массажи есть такое дело? Ну, а будет сироп, сахар, что будет на руке? Палки, ложки, понятно, к чему. Ну, гигиена и так далее. Мед, запомните, друзья, это сильнейший природный антисептик. И вы даже на вам наносите то, что надо. Но то, что вы сказали, на тарелку, форма сот,
Это генетическая память меда называется. Mm-hmm. Вот и выявляют все малейшие нарушения, что медок присутствует. Вот для многих мы первый раз учили, да? Вот тут про него более поняли, каких нарушений. Вот то, что пчелца гранформ, это ни для кого же не секрет, правильно? Yeah. Просто с ним два варианта сегодня. Кто-то делает это вынужден, ну, потому что зима длительная, подкормка, это все понятно. Другие просто что делают? Только начался медосбор, пчелки вылетели, или дополнительно сразу еще сироп ставят. Объем получается быстро. Пчелки это все равно забирают, распечатывают по сотам. Упаривают влагу и пожалуйста, сами в сотах запечатают. Также антибиотиками, препаратами обрабатывают. Вообще 100% рабочих, потому что не бывает аллергия на мед. Еще и аллергия может быть, запомните, только на пыльцу, где это природа. И, конечно же, большое значение имеет правило хранения меда. Ну, кто-то, если видел, в алюминиевых флягах часто продают мед. То есть из фляги будете приобретать, вот обязательно для начала убедитесь, чтобы сама фляга внутри, она четко была обработана воском. Потому что после фляги пальчиком провести, палец какой становится? Черный. Черный, жирный, только с алюминия. Ни день, ни два стоит он в этой тае. А мед таким свойством, в первую очередь, вода, все впитывать. Потом понятно, что с чем собирать в организм. Поэтому, друзья мои, с медом обращаться нужно правильно. О том, как и лечить получается, все же и наоборот. Ну, это способ не мы, только знаем, что все очень просто, где-то приблизительно столовую ложку меда и воды холодной. И вот эту массу растворять начните. Там, если будет не мед, а сахар, что получится? Сироп. Вот. Запомните, натуральный мед на холодной воде просто вот так вот быстро не растворишь. 5-10 секунд проходит и выявляется на меде. Это первоначальная форма, структура тех же сот, в чем этот мед собран был и выжил. Вот это его генетическая память есть. Но форму что-то знаете, да, Светочка? Не выявилось, значит нарушение какое-то все-таки присутствует. Сахар может быть, металл, также кипятят мед, чего нельзя категорически делать. Вот сколько нарушений получается. Поняли суть? Или посмотреть интереснее? Мне не трудно, а вам после дегустации меда продемонстрировать. Правильно, лучше убедить, чем фантазировать. Так, ну, в принципе, все, что вам по стоимости надо, чтобы покупать. Тогда сделаем так, я вас поначалу по ценам обрадую, а после медом для психа успокою. Я почему сказал обрадую, вы меня прекрасно поняли, да? Да. В принципе, знают все, что дешевого меда, как думаете? Не бывает. Бывает? Почему нет? У вас была группа женщин, она сказала, что в литровом баллоне каштан приобретает мед за 600 рублей, это почти 4 килограмма высшего сорта. Единственное, заметьте, объем разный, так или что? Вот это было сделано по просьбе наших гостей. То есть, чтобы детская норма была взрослая на 2 и на 7. Это, как вы поняли, имеется в виду в первую очередь для профилактики, а не заразные что-то съедают. Вот детская норма и насчет, тут имеется в виду, это возраст ребенка с 2 до 10 лет, полный курс на месяц. Норма ребенка полчаса нарушена. Здесь объем примерно с коробом, это 250 грамм. Почему говорю примерно? Вот это все, что вы видите, это ручная заливка, не автомат делает. Стоит горшочек 500 рублей. Но, правда, знаете, единственная проблема этого горшка. Его берут, не тут говорят, конечно, это нужно. Я просто знаю, что в большинстве случаев для ребенка ничего не доходит. Хотите результат, видите, за что 500 отдали, пускай курс проходит, кому предназначен. И мы вам тут за 500, друзья, что платим. Это не малиновая болезнь. Это высший сорт мелоцитовой акации, где в составе все пчелопродукты, пальца, пергама, лачко. Как называется, кто помнит? Апитонус. Апитонус. А первый тенторио никому ни о чем не говорит. Говорит. Можете и там спросить, но правда не 250, а 100 грамм. А сразу вспомните. Либо такие же 4 горшочка приобрести можно здесь. Вот эта вот снага получается его не 2, а 1,5. Как на любой пасеке, еще можете, значит нет. Рассчитано на одного взрослого, либо на 3 детенка, и на самом эгоиста. В день эгоизма мы до второй половины, ну да, по 3000. А на 7-5 человек, но это уже была просьба наших постоянных покупателей, чтобы отсюда на каждую подарочку данные есть. На семья приводят по 3000. Ну тут понятно, да, семья, что имеется в виду? Все там за раз положки взяли, по услышали. Это раз в день для пользы организма. По одной цене, и дикий мед, и апитонус. Все горшки подписаны. Маточка, что стоит 500. Так, ну что, пробуем? Единственное, что хочу напомнить, друзья, мы вот то, что мы выше говорили, там впитывается мед, рука проходистая, предупреждаю, сейчас я буду вам на пробу давать, а не на массаж. Не капельку, то и побольше, просто потом у некоторых там начинается по лицу, по лодках, сидят, а почему мы любите. Так не получится, мы не в баре.